Блюда из курицы считаются универсальными, а это блюдо не только украсит ваш стол, но и порадует своим вкусом. Берем любую часть курицы, у меня куриные бедра, нарезаем средними кусочками и обжариваем в сковородке с дополнением подсолнечного масла с двух сторон до появления золотисто-румяной корочки. Теперь берем две головки лука, нарезаем полукольцами и обжариваем с курицей 2 минуты, потом накрываем крышкой и тушим еще 2 минуты. Теперь берем 5 помидор, нарезаем маленькими кусочками, отправляем в сковородку, добавляем сюда соль по вкусу, смесь перцев, хмели-сунели и молотый кориандр. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут. А в отдельную миску разбиваем 5 яиц. Добавляем щепотку соли, слегка перемешиваем, но не взбалтываем. Вливаем равномерно в сковородку, накрываем крышкой и готовим еще на среднем огне 5 минут. По готовности посыпаем мелко рубленной зеленью и подаем на стол прямо в сковородке. Всем приятного аппетита!